О появлении нового маршрута севастопольцы узнали из объявления на автобусной остановке 10-го километра Балаклавского шоссе. Рассчитан он только на детей. Для них здесь разработан специальный график. Автобусы выезжают в 7:30 и 8 часов утра. Останавливаются у 25-й, 30-й и 33-й школ. Дешевле и цена проезда. Она составляет 10 рублей. Пока детей к месту учебы везет небольшой по размерам спринтер, но при необходимости автопарк дополнят. Смотря по количеству детей, сегодня первый день, не все знают, решили поставить маленький автобус. Если надо будет, перевозчик поставит и большой автобус. Организация маршрута занимается общество с ограниченной ответственностью «Рубин». Руководитель предприятия такую инициативу поддержал и готов сотрудничать над созданием новых социальных проектов. Мы вот этот проект запустим и будем вместе с департаментом транспорта, с депутатами Балаклавского района разрабатывать и другие маршруты. Нам не тяжело. Кирилл Попов, Павел Красиков, Севинформбюро.